строй бокситовых рудников, поселок Бокситы, Свердловская область. Расстрелян 21 февраля 1938 года. Иванов Петр Иванович, 36 лет. Иванов Петр Иванович, 28 лет, чуваш, проживал в деревне Верхняя Борда, Пермская область. Расстрелян 20 сентября 1937 года. Иванов Петр Иванович, 28 лет, русский, машинист экскаватора на Новолялинском руднике, Свердловская область. Расстрелян 10 марта 1938 года. Иванов Петр Михайлович, 33 года, русский, учетчик на Кедровской тракторной базе. Расстрелян 22 сентября 1937 года. Иванов Федор, 1938 года. Иванов Яков Иванович, 35 лет, украинец, расстрелян 25 сентября 1937 года. Иванов Яков Николаевич, 44 года, русский, проживал в городе Соликамск, Пермская область. Расстрелян 9 марта 1938 года. Ивановский Александр Аркадьевич, 52 года, русский, помощник главного механика Надеждинского металлургического завода, Свердловская область. Расстрелян 4 августа 1937 года. Город Свердловск. Расстрелян 10 сентября 1937 года. Ивановский Виктор Антонович, 31 год, белорус, проживал в поселке Губаха, Изеловский район, Пермская область. Расстрелян 27 сентября. Рабочий механического цеха номер 1 УЗТМ, город Свердлов, расстрелян 14 апреля 1938 года. Игнатий Берман Иванович, 31 год, русский, проживал в поселке Кустер, Пермская область, расстрелян 11 марта 1938 года. Этапов лагерей, бараков и могил без счета. Я перст земли, и если перст, глаза не плакавшие колят, не говорите, это месть, скажите мертвые глаголят. И не стращайте, что конвой, кому сама земля охрана. Я вдох один, но выдох мой от Соловков до Макадана. Габазин Иван Иванович, 55 лет, сильный. Чернорабочий. Выведен в лагерь НКВД, Свердловская область, расстрелян 22 июля 1938 года. Кабанов Александр Иванович, 44 года. Русский, маневровый машинист в депо станции Надеждин, Свердловская область. Расстрелян 27 марта 1938 года. Кабанов Кузьма Иванович, 50 лет. Русский. В истории России произошли несколько трагических событий. В частности, в 1937 году, вот именно в такой день, вот с таким, может быть, снегопадом, а может, его не было, с таким серым небом, а может быть, солнышко светило, их расстреляли. Шихалеев Данид Иванович, 1876 года рождения. Место рождения – Россия, Вятская губерния, Долинский уезд, село Суна, русский. Проживал в Челябинской области, Талицкий район, поселок Талица. Работал на Талицком лесном техникуме преподавателем. Арестован 23 августа 1937 года, осужден 17 октября 1937 года, расстрелян 30 октября 1937 года. Старожков Киприян, возможно, Куприян Емельянович, 1862 года рождения. Место рождения – РСФСР, Челябинская область, Буткинский район, село Казаковского, русский. Проживал в Челябинской области, Буткинский район, село Казаковское, работал в своем хозяйстве. Арестован 28 августа 1937 года, осужден 17 октября 1937 года, расстрелян 30 октября 1937 года. Старожков Тарх или Елисатар Николаевич, 1873 года рождения. Место рождения – СССР, Челябинская область, Буткинский район, село Казаковское, русский. Проживал в Челябинской области, Буткинский район, село Казаковское, работал в своем хозяйстве. Арестован 22 декабря 1937 года, осужден 7 февраля 1938 года, расстрелян 8 марта 1938 года. Пигутян Пигутов Петр Васильевич, 1880 года рождения, место рождения Грузинская ССР, город Тбилиси, Грузин, проживал в городе Свердловске без определенных занятий. Арестован 27 декабря 1937 года, осужден 11 июля 1938 года, расстрелян 1 сентября 1938 года. Осужден 1 октября 1937 года, расстрелян 7 октября 1937 года. Бекетов Федор Иванович, 1899 года рождения, место рождения Городского село Город-Кашминское, русский, проживал в Свердловской области, в Кабановском районе, в поселке Гордеевском. Работал в метод-артели имени Губернского полковника. Арестован 4 ноября 1937 года, осужден 5 декабря 1937 года, расстрелян 12 декабря 1937 года. Место рождения Польша, Новогрудская губерния, село Старый Свержень, сухой лог, работал промотный завод, шофер, арестован, осужден 15 января 1938 года, расстрелян 23 февраля 1938 года. Жилковский Иван Иванович, 1912 года рождения, место рождения Польша, Новогрудское воеводство, Штинский повят, деревня Темное болото, Беларусь, проживал РСФСР, Свердловская область, город Надеждинск, работал горкомхоз, чернорабочий, арестован 5 октября 1937 года, осужден 26 октября 1937 года, расстрелян 9 ноября 1937 года. Жлудок Иван Степанович, 1886 года рождения, место рождения РСФСР, Ленинградская область, Славковский район, деревня Посад, русский, проживал в Свердловской области, город Кировград, работал средняя школа, преподаватель, арестован 26 октября 1937 года, осужден 28 ноября 1937 года, расстрелян 16 декабря 1937 года. 10 декабря 1937 года, расстрелян 3 января 1938 года. Жуковский, Минская область, Червенский район, деревня Речка. Белорус, проживал в РСФСР, город с 1938 года. Жюрер Сара Давыдовна, 1909 до 14 октября 1937 года, осуждена 15 ноября 1937 года, расстреляна. Вот здесь вот портрет есть в руках, вот расстрелянный помню, где он жил, на улице Шойдина. Меня расстреляли 7 марта 1938 года мой дядя Тупоцин Григорий Михайлович. Ему было 25 лет, прадеду было 76 лет. Дед Федор Низкий край. Мой дед Колос Мария Югонович умер в тюрьме в Сухом Лагу в 1942 году. Они были с бабушкой также репрессированы, сидели в тюрьме. Колос Мария Югоновна. Вечная память. Когда вот я училась в школе, у многих одноклассников воевали в Великую Отечественную войну родственников. А я никак не могла понять, почему у меня нет никакого ветерана. И просто я потом поняла, что все были убиты в годы репрессий. Вечная память. Зайков Николай Степанович. 1894 года рождения. Место рождения РСФСР. Уральская область, город Кушва, русский, проживал. Уральская область, город Кушва, работал Кушвинский металлургический завод, начальник Заморин Валентин Анисимович. 1893 года рождения. Место рождения РСФСР, Свердловская область, Миклинский район, завод Митва, русский, проживал в Свердловской области, город Каменск-Уральский. Работал Уральский алюминиевый завод, техник по учету договоров. Арестован 23 марта 1938 года. Осужден 29 сентября 1938 года. Расстрелян 4 октября 1938 года. Доруба Василий Яковлевич, 1915 года рождения. Место рождения Украинская ССР, Харьковская область, Ульяновский район, село Марково, украинец, проживал РСФСР, город Свердловск, работал ремонтно-механический цех УЭТМ, Литовская губерния, Опочная, поляк, проживал РСФСР, Свердловская область, Каменский район, деревня Монастырка, работал погрузбюро УАЗа, грузчик. Арестован 22 февраля 1938 года. Осужден 9 апреля 1938 года. 4 февраля 1938 года. И ровно 30 октября в школе Лепнесе произошло несколько трагических событий. Район, деревня Мингор, татарин, проживал город Свердловск, работал станция Свердловск товарная, грузчик, арестован 30 октября 1937 года, осужден 13 ноября 1937 года, мера наказания 10 лет ИТЛ. Абрамов Николай Ильич, 1914 года рождения, место рождения РСФСР. Читинская область, станция Нерчинск. Русский, проживал Китай, Манчжурия, станция Мулин, работал БРЭМ, шофер. Арестован 30 октября 1946 года. Осужден 8 марта 1947 года. Место наказания 20 лет ИТЛ. Андюшев Никифор Павлович. 1895 года рождения. Место рождения РСФСР, Омская область, Новозаимский район, деревня Слободчакова. Русский. проживал город Свердловск. Работал УЗТМ, стрелок военизированной охраны. Арестован 29 апреля 1942 года. Осужден 17 октября 1942 года. Расстрелян 30 октября 1942 года. Вот в этот именно день, 76 лет назад, то есть 74 года назад. Лешкурцев Леонид Иванович, 1876 года рождения. Место рождения – Россия, Вятская губерния, Нолинский уезд, село Суна, русский. Проживал в Челябинской области. Старожков Киприян, может быть, Пуприян Емельянович. 1862 года рождения. Место рождения РСФСР, Челябинская область, Буткинский район. 1873 года рождения. Место рождения РСФСР, Челябинская область, Буткинский район, село Колокольское, русский. Проживал там же. Арестован также 28 августа. Место рождения РСФСР, Челябинская область, Покровский район, деревня Давыдова, русский. Проживает там же. Пенсионер. Арестован 19 июля 1937 года. Осужден 17 октября 1937 года. Стрелян 30 октября 1937 года. Позже нового будет. Сейчас у нас начнется шествие. Если у кого-то нету свечей, можно взять здесь вот у девушек обеспечить.